Столетняя история знаменитой усадьбы писателя Алексея Толстого с момента основания до открытия музейного комплекса. В экспозиции, которую готовят для жителей и гостей города, будут представлены малоизвестные фотографии семьи Толстых и квартирантов разных эпох. В свое время здесь располагался и детский сад, и коммунальные квартиры. Сейчас у нас ведется большая работа. Мы на связи находимся с теми людьми, которые здесь жили еще маленькими, у которых здесь жили родители. Они оставляют свои воспоминания, приносят какие-то вещи именно той эпохи, когда они находились здесь. Там есть такие садовые ножницы, да, различные там чернильницы того времени, даже какие-то шкатулки. Согласно чертежам, усадьба должна была состоять из 4 одинаковых домов. Из соображений противопожарной безопасности проект реализовали наполовину. 2 дома с флигелем. В таком виде усадьба сохранилась до наших дней. Историк-краевед Борис Агузаров создал макет усадьбы в масштабе 1:40. Созданию диорам и макетированию он посвятил всю свою жизнь. Рассказывает, что труд кропотливый. Важны филигранная точность и ловкость рук. И это у нас получилось как бы маленькая гроздь сирени. И вот теперь я ее макаю в клей и переношу на уже готовый куст. И вот на глазах сейчас у нас расцветет еще один кустик сирени. Здесь 20 кустов сирени, на каждый по 20, ну где-то 400 цветочков мне нужно будет здесь высадить. Работа над макетом началась еще в августе прошлого года. Сначала фотосъемка усадьбы с масштабной рейкой, потом черчение деталей в специальной программе на компьютере. После этого подобрал соответствующий материал и на станке лазерно-гравировальном вырезал все эти компоненты. После этого начал сборкой заниматься. На одном доме больше 1000 деталей. Там все вот эти отдельные детали, декор, они микроскопические, буквально миллиметр на два размера лазера вырезал. Потом все это склеивал. Макет усадьбы состоит из 5000 деталей. В ход идут фанера, картон, проволока, пластик, 10-15 видов клея и лакокрасочных материалов. Готовый макет станет частью экспозиции под названием «Смыслы усадьбы» в литературном музее. Уже к лету выставка откроет свои двери для посетителей. Галина Топилина, Игорь Казановский. События.